Сегодня 1 июля 2000 года. Через несколько часов выпускники Першайской средней школы 1970 года выпуска соберутся вместе. Через 30 лет после школьного бала. Идея собраться с моими милыми одноклассники и учителя родилась у меня в феврале 1999 года. В августе вы меня поддержали, и вот сегодня мы с вами соберемся. У меня есть возможность показать вам город Березино, в котором я 22 года живу, и пригласить вас в гости. Давайте путешествуем в нашу маленькую городскую району. Павло Буре, Флорида Пантерс, где пройдет два следующих года. Главная улица города, улица Октябрьская, вот мы к рынку едем, наш рынок. Хороший рынок очень, таким образом, большой. Пантеры могут обзавестись суперсвязкой Ларионов Буре. Можно все купить. Сегодня 39-летие Ларионов, доллары, которого за интеллектуальную игру все уважительно называют профессор, зацикулованный действующий игрок мирового хоккея. Он владеет всеми главными трофеями. Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы, Советского Союза, победитель Кубка Канады, который ныне именуется Кубком Стэнли, и двукратный триумфатор Кубка Стэнли. На этом в спорте все. Андрей Юдин, Радио Маяк. Промбанк. Спиртзавод. Магазин, спиртзавод. Прокуратура. Сложное здание. Сбербанк, новое здание. Где можно суд взять. Денежки на книжку положить. Комплекс спортивный. Все строить никак не застроят. Райисполком. Белый дом наш. Вид сзади. Дом быта, дом культуры. Белый дом и центральная площадь города Березино. Почтамт, Универмаг ремонтирует всю жизнь. Универмаг вот такой. Дина, что ты показываешь? Ищи комбинат. Котельная местная. Время питовки. Живая зона. ГАИ, отдел милиции, паспортный стол, все в куче, и тюрьма здесь, все здесь. На Минске идет. О, поехали. Время 9:49.
это деревня? Да, что конечно, смерть вспоминаю. Ну, вот, с тобой лежали, снимали. Снимаете? Снимаю, да. А вот что, далеко мне? Были здесь-то, да? Что А-класс он соберет, потому что вы тут почти все местные. Ваши тоже начинают собираться. Да, вот... Вы перезвонить, не перезвонили, да. Доложить, не доложили. А вот, смотри, вот тоже, наверное, с вашего класса. Нет, где? Это мне привез нас. Это я доставил. Ты тоже учился в школе. Да. Я не угадал. Я тоже нет. Я не угадал. Вот так. Я не угадал. Я тоже, наверное, не угадал. Сейчас посмотри, ну ты вторые, ты самый будешь. Я угадала. Мужчина не так меняется. Я не готов. Я Жору тоже знала. Но я думаю, что ты плотнее. Ты где наш народ здесь? Ну, домой. Еще мало. Молодец. 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 Как-то прямо так изменились все. Да. Ну, бросились. Мы... Вот а один человек не меняется. Какой вы с Саней не поменялись. Да. 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 А ты Якубович, как у него, ты что? Да. Да. Кажется, что поменялись. А что, на самом деле? Да. А ты тоже идешь? Ну что, пошли к школе, что ты делаешь? Будем встречать сейчас. А вот там уже вижу, народ стоит. Ну, наверное. Сейчас пойдем знакомиться. Так вот наш. И все. Библиотекарь-организатор хороший. Я так действую. Я лично посвящаюсь. Я за что не покажу. Я 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 не покажу. А кто это? Кто где? А кто где? Это что это? Это кто это? Откуда? Жорик. Жоржик. Бля, Жорика не знаю. А вот, узнаешь? Покажи. Наконец-то сохранил. Покажите, дайте посмотреть. Здесь уже с очками. Борис, ты. А вот это фотография. Самый классный фотограф. Ты что, не помнишь? А вот. А тогда не помнишь. А вот это. Точно ты?
Слушай, ты такой молодой. Вот такая у меня даже есть. А Михалочкина, наверное, не будет. Вот я позвонила, Макс сказал, что не будет. А Мишка самый такой с вокой. А вот еще такая фотография. А еще кто? Показывай мне дальше, давай. Ты достанешь сейф? Достану. Нянь, это, наверное, 24-й, 5-й, наверное. Шестой на той стороне. Были родители? А, Тадик. Да, не доходя. Вызвала этого директора. Я двоечник, чтобы на учителей водить. Это уже Дизи бомжонку дома ставишь, вы не видите? А я думал, что жонка твоя. Поэтому не узнаю, кто это. Ваня, я пока дома, я ее специально не брал. Отлично, вот богатым буду. Специально я не брал. Галя, а это что за... Привет, Даня, я виноградный. Так, наверное, мы пойдем туда ближе к школе, а? Ну, конечно. Самый... Рискуешь? Да, ты рискуешь. Марина, привет. Ну, скажи. Галя. Очень приятно. Конечно, с таким видом стоит. Попробуй узнать. Подруга, меня и подруга. Привет, подруга. Привет. Еще одна золотая. 100 лет. Вообще. Да. Меня не помнишь. Так что прошу тебя волос. Привет. Я скажу, что люди так долго не живут. Вот и еще три. Знаешь, на работе паспорт выдали. Новый, да. Как во всех нас, наверное. До 53-го года. А хлопцы молодые получали на 10 лет. Я расслышу, ну вообще на 10 лет выдали. Все, после здоровья у меня еще 53 года. Знала, но я надеюсь. На брата. Которого? На младшего. На младшего? Ну, на это сложно. Моя маленькая, это похоже, когда познакомились. Что вы спрятали? Да. Ну, Леня, что вы там, конечно. Да не, доглядеть, у нас не дело. Это естественное состояние. А, Марина, мы с тобой здесь сидим. Кто-то еще приехал? Где мы с тобой не сидим? А? Где мы с тобой не сидим? Да. Здравствуйте. Да, уже ваши... Марина! Аня, шукайте. Так, ну это привет. Ну привет, Тишка. Я тебе не поеду. Привет, привет, подруга дорогая. А смотри, еще позвонила. А кто здесь не знает, да? Не видно ее даже. А я ее не видела. Ну как, погляди, все стоят, только начинаем узнавать всех подряд. По-моему, сидеть нет. Кто? Ты кто? Марина. Ты кто? Радына. Марина Радына. На ней не нашли. Через 30 лет ты кто, да? Не помнишь? Не помнишь? Тут его прежние школьные наши фотографии. Тазик принес, слышишь, это же вообще бесценные. Это надо разбить и раздать. Что? А я же хотела взять, не успела. Выпала? Выпала. Ну, надо было копаться, надо искать. А вот у меня альбом, что ж. Нет. Ты один сезон. Один. Один. Так что можно ошибиться. Вот точно позвонить. Да, можно заняться. Можно заняться.
Хорошо, Рика, знаю. Шурика все знают. Молодец. Это моя кровь. Ну, она, нам, нам. Король мой. Мой король. Конечно, не похоже. Ну, правда, не мой, не мой, конечно, нет. Уже не мой, говорит. Привет, Женщик, как ты без Люды своей? Дома Волка. Я тебе снила. Это к чему-то, это просто так это не бывает. Просто так это не бывает. Я в школе, я пойду туда. Это вот этого не пускал. Я так люблю фотографировать. А это кто? Вы это кто? Это классный руководитель мой. Да? Да. Руководитель. А это кто у нас? Я не знаю, кто это знает. Вот знакомый такой. Это знакомый, да. Нет, муж мой вон стоит. Ой, хорошая. Я вам жену воспитала. Как там? Гена Иванович. Ну пошли. Иванович. Союза. Добрый день. Дай мелодию игра называется. Не говори. Раз. Да, помолодел бы, покрасил бы. Тогда никто не пожал. Что-то непонятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, да. Не узнаешь. Нет. Король. Король, я узнала. Ой, молодец. Видите, я же на кофе пошла. Здравствуй, школа. Здравствуйте. Лидия Петровна, вспоминайте. Вот кого вспомнить? Теперь сразу вспомнить. Ну, сразу. Через 5 минут. Не надо же сразу, через полминуты. Я вас не узнала. Что ж вы думаете, 30 лет, это же вам не год, не два, не три. Если не будет, то никого не узнали, конечно.
Добрый день. Я вот Вертина сказала. Не изменилось. Вчера. Оса. Здесь. Можно что-то верить? Точно, точно. Загорели, как... Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты идет? Ой, с Америки сразу. Это Федорович. Я хотел эту самую его бирочку. Правильно, надо было всем бирочки. Никто никого не знает. Ну, а так где ж узнаю? Ты этого не мог за мной заехать по пути. Откуда ж я знал, что ты... Не знаю, да. А где ты не сидишь? Я стою где-то вот такой самый примерный. Да. Современная стрижка. Я растерялся, не знаю. Я потом это самое. Сейчас ориентируюсь. Ну что? Ну, на то время, да. Она там же мы сидели, да? Да. Там мы списывали, там. Театр вроде бы там последняя. Вот крайняя, я нашла еще одну. А футбол будешь гулять? Конечно. Хочет расписываться, Танюша. А подумай, может, еще найду. Нет, это не да. А я подумала, не так я стояла. Зонт держала, букет опустила. О, что-то будет не то. Что-то будет не то. Мало будет. Слушай, Николаевна. И Алика нету. Агент какой-то. Здравствуйте. Скажи, что Галя Пушина. Точно. Вот так вот, что-то неуловимое, правда, улавливается там, где ты недалеко. Я говорю, наших не будет, не будет. Ты этого узнала? Мы, конечно, для вас были И на бутылке расписываться. На полную или на пустую? На полную? Кто ж на пустую расписывается? Все на полную. Лучше, да? Вот такие были. О, вот это. Здравствуйте. Ваша директорская. Я Лидия Петровна. Я как с тобой. Мы с тобой выпускали через год. Здравствуйте, мы сюда попали. Здорово.
Вот кого бы знал, так сходу бы. Слушай, не поменяли. Как бы тут меня? Здравствуйте. Нет, вот я. Не узнаешь. Здравствуйте. Не знаешь, кто это, правда? Кто? Скажи, кто это? Марина. Галя, посмотри. Ай, ты что? Молодец. Это не знаешь, вот так вот, вот угадай. Угадай с трех раз. Да. Здравствуйте. Может, буду. Может, будет. Привет. Здорово. И девчатами тоже. Здорово, здорово. Здорово. Совсем здороваться. Ну, здорово ты. Здорово. Здорово. А она смеется, целовать нельзя. Вот так. Извините, попался. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кто там? Ну, гляньте, ну, моментом. Ну, а что ты не знаешь? Ну, молодец. Моментом. Привет. Моментом. Здорово. Здорово. Это ты мне весь победитель. Спасибо. Все упало. Со стороночки. Какая пьяная, я тут выгляжу, да, я постарею. Ну так, а все молодые. Да. Это жена, да? Ну ладно, все понятно. А вот, смотрите, это моя фотография. У меня тоже такая есть. Это жена, все равно, называй любую фамилию. А, это тоже наша. Наша руководитель, наша девочка. Ой, старенькая. Это мы долго шли. Ну, хорошо пришли. Да. Ну, я помню. Это я цветы. А потом развезли. Проходите. Вот все видели. Мне было все просто. Нам грамоты дали. Да. У меня такая есть. У меня рост. Дорогие, Ваня, для потомков. А он меня не узнает. Рита! Вообще не знает. Рита! А вы тоже еще не знаете. Очень неприятно. Гонка проявилась в моем месте? Чего ты прилез? Не помнит, как зовут, а знал, как фотографировал. Хоть бы познакомился сначала. Да. А, только теперь узнал, да? Но я тебя сразу узнала. Слушайте, мы такие мы были в первом классе, а? Кто? Да. Кто там второй? Так. А вот такие мы были в четвертом классе. Я Марина не узнала. И в 10 классе. Какие? Так. Вот такие мы были в 10 классе 30 мая. Конечно. Ой, Денис, а вот некоторые. Почему ты мне прием? Покажи на людей. Покажи некоторые. Это все сто. Было написано, что ты гол забил. А ты это самое сфотографировал, нет? Нет, я это не сфотографировал. Мы изменились. Да, изменились. Здравствуйте, Галина Михайловна. Здравствуйте. Я говорю, я буду заново знакомиться. Володя. Я бы присмотрелась. Я по родителям. Он не изменился. Что? Да, такие все. А меня знали, я не знала. Я не знала. Я не Романович. А Михалыч ты не будет? Ну, сообщили. Не будет. Виктор, посмотри, вот там учительница наша идет. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, дразу. Это самый первый. Это самое. Все, господи. Я думаю, фотку отдаю. Фотку отдаю. Кого? Правда, думаю, ну кто такие стоите, хоть и спиной. А? Я не зашел в парк. Уехал. Ты ему сказал? У него письмо есть.
Да, голос нет, не изменился. Пошли. Виктор, Виктор, на чего? Витя, а что там еще появилось? А вот. Маринетти. Марина знала. А я Марину познала. А я не узнала. А вот другие. Здравствуйте. А я Галя. Галя. Тоже не узнали. Нет, честно, я не познала. Ну, так старый же. А вы кто? Тереза Бру, еще вам так говорю. Тереза Бру. Да. Здравствуйте, Марина. Ой, а я смотрю, что я знаю. Я знаю. Дальку все узнаете, как надо. Ой, как мы все изменились? Действительно, если бы ты не изменилась? Ну нет, не скажите. Я тоже говорю, кто не такая же. Ну, вы мне покажу, я тебе покажу, что там. Марина Олега не узнала. И Марину тоже. Олег, я не познала. Нет? А я Марину познала сразу. Она такая, кажется, не была. Нет. Я говорю, я сородичная. Марина, мама как-то. Никто со ним не было? Вертинский тёп. Лего Нима. Ты меня, Алик, ты мне кого-то напоминаешь. Выдающегося спортсмена. Спортсменом для выдающимся не перестал нигде не был. Добрый день. Добрый день. Трудовую книжку уже отдали. Это не все уволожено. Хорошо, что надо с них. Кистеш, мага. Так, что три гады продать. Я это вот я каждый день по закону так называю. Володю Ганечек иногда вот в скобочках. Бруй. Вот так и говори. А то подпольная, ты что, у нас нет Джеймс Бонд? Я тебе пишу. Я на свою фотографию. Слушай, я отправила во вторник письмо. Во вторник. И думаю, получишь ли ты вовремя и приедешь ли когда-нибудь. Думают, может, ты и так издалека. Это сейчас в школу классе. Там кому подали? Я лично. Я отдельно, Володь. Отдельно? Нет, нет, нет. Не надо, чтобы директору машину дали. Ну, конечно. Поем. Восемь. Что, Алик? Алюшка, кому будет? Я не Романович. Подожди, мы будем сейчас говорить. Я не директор.